Начинаем с фона, да? Да. Смотри, у нас чуть-чуть можем немножко отойти, да, от начала. У нас, допустим, светло-голубой по краям. И там светло какой-то там оранжевый. Какой-то вот такие. Значит, краешки забросаешь вот этим светлым. Не вдаваясь в детали особо. А серединка у нас вся там идет от зеленой ботвы. Желтый, красный плюс коричневый. И разницу вот этих зеленых оттенков. Да, там можно, допустим, кисточка запачкалась, можно сначала вот пойти вот этот все зеленый, разницу оттеночков, и постепенно потом будешь добавлять вот сюда. Нет, ну вот, вот не сильно слякотно. Смотри, вариант первый. Смотри, у тебя в центре находится три цветка основных. Да. Вариант первый. Ты или сразу, допустим, эти пятна расставляешь, цветовые пятна, мастихина, набрасываешь, прям туда набрасываешь, невзирая как бы на форму цветка. У тебя есть какие-то пятна цветовые, красный, желтый там и красно-желтый, да? Или, если ты себя плохо чувствуешь, мастихина, берешь пальчик и все то же самое. Сюда набрасываешь пальцем, оставляя вот эти вот мутные края, как будто они из небытия, из холста отсюда вытянуты. И потом мы будем постепенно, постепенно придавать им уже форму. Вытягивать оттуда, оттуда. Попробуй. Или мастихина. То есть не суть чем, вот просто не суть чем. Тебе сейчас нужно оставить на холсте пятна, в которые потом будет вырисованы основные цветки и вспомогательные. Те цветки, которые делают букет букета. Потом. Полезли вот так вот. Не вяло размазываешь краску, а холст придерживаешь, и ты настойчиво ее туда вгоняешь. То есть настаиваешь, чтобы после пальца оставлялись какие-то мазки, которые сразу уже будут формировать лепестки. И палец почаще вытяжешь. Да. Ну тоже помутнение. Особенно вот эти те места, которые глубоко туда ушли. И вот эти тоже поперечислять, второстепенные букашки. Просто пока поперечислять. А эти вообще должны быть мутные. Не какая-то формочка там может проглядываться. Нет, да, какая-то что-то проглядываться там может. Да? Угу. Но не четко, не так, чтобы нет, они боролись, использовали с этим. Хорошо? Угу. Берешь, можешь какие-то вот эти листочки сразу я себе поставить, пока у тебя здесь все пока живое, мокренькое. Вот тут попробовала. Да. В зоне, я пока что в зоне. Зона чего? Ну, выше. Нейтральная, не безопасная зона. Да. Смотри, так, немножко, раз что-ли быть, притемнить себе. То есть еще и с темностями. Погулять зоны. Немножко. Синий, да, синий, желтый, коричневый, синий, красный, коричневый. Хорошо. Набросай теперь чуть-чуть себе. Чуть-чуть, чтобы появилось больше
форма и больше цвета. Уже формируя вот эти лепесточки. Значит, помни о том, что у нас, что цветок делает цветком. Мы уже, я уже объяснял это много раз. Нет? Значит, венчик. Вот освещенное место, самое освещенное место у цветка, это вот этот венчик. Вот эти вот вещи и делают цветок цветком. Значит, поскольку у нас венчик вверху, значит, мы растяжку краски делаем в центр. Значит, по форме лепестка. Не везде вот этот венчик, он одинаково активен. Я утрирую, но ты как бы вот держишь вот так, как будто пытаешься его задушить. У меня папа говорил, все время в детстве так вилку держал, он говорит, задушишь вилку. Отодвинь ручку. Во-первых, и тебе видно, смотри, тебе видно, что происходит. А когда у тебя вот так, ты же себе рукой все закрываешь, это первое. Второе, ты себе сковываешь движения все, смотри, как у тебя все сковано. А когда у тебя ручка далеко, у тебя все движения не скованы. Ну, так прикольно. Сюда, да. Я бы вот тут все-таки чуть-чуть не так активно бы сделал. Там, в общем, свет он есть. Где-то вот так он есть. Ну, это же подкладка у нас, правильно это вообще? Вот здесь я бы даже вот эти маски бы, может быть, даже и оставил. Как окончательный, да, вот как окончательный в этой тональности. У нас самый активный, это у нас вот этот и вот этот. А эти вон там. Не треба, конечно. Можешь себе серединки набросать, тоже, чтобы было. Черный и красный. Нет. Красного надо есть. Черный. Коричневый-красный. Ну, не то, что не говорит тоже, что это последняя инстанция. Угу. У тебя уже вот есть что-то. Я уже серединочки не буду подобрать. Угу. Да? Угу. Здесь что-то уже появилось. Может быть, к примеру, ты набираешь три варианта. Угу. Вариант первый – мало краски на мастихе. Угу. Вариант второй – много краски. Ну, в основном это мало, что я краски делаю. Вариант третий, да, ты как бы царапаешь, да, то есть боком мастихин кладешь и царапаешь. Можно, допустим, перераспределить краску. Здесь тоже нужно, вот степень нажатия, она регулируется исключительно опытным путем. Я не могу тебе сказать, сколько я ньютонов трачу на то, чтобы... Просто попробовать, потренироваться. Вот, может, на палитре потренироваться, и там все получится. Этот цветок находится за этим, правильно? Вот этот, он же сзади, он же не впереди. Какие? Ну, допустим, вот если нет у тебя возможности их туда вытянуть, сюда, на передний план, к примеру, вот нет у тебя такой... У меня такого. Ну не надо этого делать, засунь их туда назад. Давай, убери вот эту всю полосатость. Может просто сбрить ее. Ну это вот, это не годится. Это все лоскутково. Было красиво, а ты что-то сейчас превратила не,
Да, убери вот это все. Верни, верни назад. Чем я не смогу попасть. Не, ну ты положила уже, ну вот с плавным переходом. Хорошо. Плавным переходом, чем пальцем? Ну да. Угу. Нет. По мне немножко вот этот цвет ярковат. Как по мне. Угу. Да? Угу. Давай, оформляй. Вот этот, не кисть не надо. Ну, что они у тебя там? Вот это, что этот белый там делает, расскажи. Смешно. Хорошо. Только слишком натякано. Слишком мелочично. Не мелочились на один. Делай там пару. Ну, как здесь. Сделала парочку. Хоть красивый, хоть хорошенький. Я бы туда даже добавил бы еще и темноты немножко. Чуть-чуть контрастика. Так колесенький. Тут. Чуть-чуть он. А так уже правильно. Уже да. Уже все. Уже вот теперь тебя люблю. Пожалуйста. Так. Чтобы тебя. А? Ну вот можно. Какие-то, да. Штучки. На них попал свет. Свету Светова. Взял здесь. Изначально положи туда темность. То есть хорошую темность. Я сейчас сотру все. Взяла сама. Да. И туда. Какую-то свежую. Сама. Чуть-чуть посмотри, как бы вдумчиво по композиции. Чего там, чего не хватает. Ну, да? Как-то они... Да я понял. Ну, допустим, может быть, и сюда еще чего-нибудь нужно, да, допустим, ближе поставить. Еще там какой-то, вот, прочитать какой-то треугольничек. Не говорю о том, что вот это плохо. Я говорю о том, что посмотри, может быть, чего-то не хватает. Ставишь оценки в полную. Если до этого они были не в полную меру проставлены, то сейчас вот об этом пресловутом касании мы можем поговорить, чтобы в полную меру. Есть такое? Смотри, как они сразу появились из холста. Темности можно где-то зеленую добавить. Света залезть, чтобы это было понятно, что это у нас листья, цветы, на какие-то попал свет, цветы, листья. Можно даже и этот прикрыть. Про желтый не сказал, желтый не горелся, да?
Так. Ну, может, честно говоря, можно тут еще чуть-чуть подобраться. Например. Так. Чтобы еще тебе тут такого нахимичить. Ну, вроде прикольно. Ну, как-то так. Можно свет туда еще добавить, например. Но это по желанию. Да? Угу. Ну, наверное, я бы успокоился.